Всем привет. Стены будут штукатуриться гипсовой штукатуркой, поэтому сейчас нужно нанести бетоноконтакт. Но так как вчера ломали перегородки, стены в пыли, сейчас нужно их обыспылить. Не грунтовкой, а просто водой. Ну, теперь подожду, когда высохнет, и буду наносить бетоноконтакт. На ведре заявлено 5 килограмм на 25 квадратных метров. У меня ровно 5 килограмм на эту стенку ушло. Сейчас померяем и посмотрим, соответствует ли это действительности. Вот выставляю квадратные метры. Вот как видно, 19 квадратов, а не 25. Закончил наносить бетоноконтакт. Ушло ровно 10 литров. Вот с этой стеной. Здесь он не нужен, потому что здесь санузел где-то будет примерно вот до сюда. И внутри будет заштукатурено все цементной штукатуркой. А, соответственно, под цементную штукатурку бетоноконтакт не нужен. Так как свой Bosch 380 я оставил на прошлом объекте, пришлось взять адовский уровень. Но его близко к стенке не поставить. Поэтому буду делать маячки по правилу. Не по этой черте, а вот по этому ребру жесткости. Выставляю минимальное расстояние, вот чтобы лазерный луч касался вот этого ребра. А маячок буду ставить где-нибудь вот здесь, чтобы у меня было 6 мм как минимум. И получается, когда я заштукатурю, у меня штукатурка выйдет на нет, вон в том углу. Ну, соответственно, и с этой стороны. Тут стенка винтом, поэтому надо по низу выставлять. Вот. Ну, а маяк поставлю где-нибудь вот здесь. Как раз у меня будет выходить на нет. Это все, что я могу сделать, чтобы заштукатурить по минимуму. Ну вот у нас сутки прошли, теперь можно выставлять маячки. Сейчас еще раз убедимся, что в углах у нас все влазит. Вот по этой линии будет уровень маячков. Соответственно, в углу раствор придет как раз на эту линию. Поэтому можно сказать, что я на нет вывожу стены. Вот здесь выставлю маячок. Вот у нас здесь влезает 6 миллиметров. Ну и в конце он выйдет на нет.
Маяки выставил. Ну и само собой, на таком расстоянии я штукатурить не буду. Просто дождусь, когда высохнут вот эти маячки, и выставлю посередине еще один маяк. Уже опираясь на эти два крайних, буду его придавливать. То же самое и на этой стене. Сейчас можно выставлять на эту стену. Ну а на этой стене у меня есть возможность сдвинуть уровень максимально к стене, выставить минимальное расстояние. И сейчас я попробую выставить маяки, как делают машинисты. Ну, я имею в виду те, кто занимается машинной штукатуркой. Ну, вы, наверное, смысл поняли. Луч должен касаться маячка и отражаться на стене. Ну вот я и закончил с выставлением маячков. Вот как видно, луч и маячка касается, и на стене нигде не прерывается. Ну и с этой стороны все то же самое. Сейчас можно здесь выставить, если подсохло. Да, уже подсохло. Сейчас выставим здесь два маячка.
Ну вот я и закончил с двумя стенами. На этой стене буду также выставлять, как на этой. Так что, в принципе, ничего интересного. Все, до свидания. В принципе, получилось неплохо. Вполне прилично. Вот здесь выставлял, как машинисты делают. В общем, нормально. Все в пределах нормы.